студентиков и NXT. С вами комментаторы 545 ТВ, я Артур Гаджанян и мой коллега Олег Манов. Следующий бой будет 1-1. На ринг выходит из Кейптауна, Южной Африки, вес 97 килограммов, Джастин Гэбриэл. Суровый южноафриканец выходит нам на ринг. Джастин Гэбриэл сегодня не весел, потому что у него заклятый враг соперника. С ним он уже встречался, но кто это будет, можете пока угадать. А наши зарубежные коллеги по традиции Уильям Ригал и Тони Долсон. Тони Долсон, видимо, устал от чего-то. Ну а мы смотрим выход следующего участника боя. This rivalry between these South Africans has gotten very personal. Его соперник из Йоханнесбурга, Южной Африки, вес 100 килограммов, Лео Крюгер. Классный же парень, но как тут не согласиться, Лео Крюгер идет к нам, как всегда, с незабываемой улыбкой. Два южноафриканца уже бились друг с другом на ринге NXT, и первую свою победу в этом противостоянии одержал, как я помню, Джастин Гэбриэл. Сможет ли сегодня Лео Крюгер взять реванш? На это есть все предпосылки. Лео Крюгер теперь знает тактику Джастина Гэбриэла намного лучше, изучил и смотри, как он смотрит на соотечественника. Ну что же, это две противоположности. Лео Крюгер — это в первую очередь избирательный стиль боя. Медленный, неторопливый, ну а Джастин Гэбриэл — это энергия в чистом виде. За него болеет всегда публика, будь это NXT или Raw. В любом случае, начинается бой. У нас дерби. И вот Лео Крюгер уже, смотри, зарядился. Непривычно видеть его таким активным в самом начале боя. Ну, видимо, действительно разозлился на своего соперника, но Джастин, в общем, отвечает не хуже. Вот судье уже пришлось вмешиваться на первых же секундах. Помним мы, что Лео Крюгер 2 недели назад мог закончить карьеру Тайсона Кида навсегда, но вмешался труп Тайсона Джастин Гэбриэл, и вот противостояние вылилось в матчи. Хотелось бы, конечно, побольше видеть команду Тайсона Кида и Джастина Гэбриэла. Одно из светлых пятен, так сказать, в командном дивизионе нынешних лет. Но пока Тайсону надо немножко еще потренироваться, отойти от травмы. Ну а эти двое разбираются между собой. Ой-ой-ой-ой. Хороший захват. Джастину Гэбриэлу... Да, Джастину будет очень долго приходиться в одиночку сражаться, потому что крестообразные связки — это очень серьезная травма. А насколько я знаю, именно разрыв крестообразных связок случился у Тайсона Кида. Ну и видим мы, что Лео Крюгеру не помогает его бывший командный партнер Кэшес Оно. Может быть, они не будут выступать как команда. Все-таки, мне кажется, эти бойцы достойны и одиночной хорошей карьеры. Мы видим сейчас просто бой, состоящий из захватов. Никто не хочет упускать инициативу и отпускать соперника. Это любопытно. Да, абсолютно верно. Я заметил то, что уже 3 раза схватили соперники друг друга за волосы. Южноафриканское ведение боя, то бишь. Ну, по крайней мере, за Джастином Гэбриэлом я такого раньше не замечал. Давайте наблюдать дальше за матчем. Судье, видимо, придется сегодня много вмешиваться в процесс. Так. После небольших обнимашек Джастин Гэбриэл и снова за волосы кидает. Ну что такое? Ну ничего страшного, вот Димам бы пришлось немножко потяжелее после таких ударов и бросков. Но в Джастине, мне кажется, начинает просыпаться энергия. Казалось бы, но тот же Лео Крюгер нанес ответный удар. Потушил всю энергию. И вот такой удар локтем по шее, это очень опасно. Хорошо, попал действительно, и это будет еще удар за ударом. Стомп за стомпом, и это тяжелые удары, конечно. 100 килограммов весит Лео Крюгер. Не готов второй бой подряд Джастину Гэбриэлу проигрывать Лео. Лео Крюгер сегодня по-особенному жесток, нельзя злить охотника, и посмотри, залом руки! Сейчас я не могу на это посмотреть, нам показывают комментаторов, которые, безусловно, внимательно наблюдают за всем происходящим. Ну, наверное, было очевидно, что Лео Крюгер большую часть матча
как владение мячом в футболе, большую часть матча Лео Крюгер будет здесь доминировать. Но это еще не означает, что он победит. Не характерно, конечно, для южноафриканцев. Ну ладно. И вот смотри, Джастин Гэбриэл абсолютно без сил. Он уже готов сдаться. В принципе, какими бы разными не были эти бойцы, всего лишь один год их разделяет в возрасте. Чуть постарше будет Лео Крюгер. Сейчас он пытается применить еще более изощренный захват. И хайфлайеру приходится очень непросто. Пытается собрать в себе энергию, полученную в том числе и от зрителей. И снова смотри, как уверенно и четко гасит все порывы Лео Крюгер. Хорошо, ведет бой, ничего не скажешь. Что касается дебюта в рестлинге, здесь тоже рестлеров разделяет один год. Но здесь уже Джастин Гэбриэл, так сказать, впереди. Он начал на год раньше, в 97-м. Бой затягивается, оно и было понятно. Так как он сейчас развивается не в пользу, конечно, Джастина Гэбриэла, ему надо применить скорость. Есть попытки, может что-то получиться, но удар коленом, все эти попытки множит на ноль. Да, Лео Крюгер применяет тактику казанского рубина, но сейчас промахивается, и вот такое столкновение головами. Как же неприятно, так можно и сотрясение мозга получить. Этот момент может поменять все в этом матче. Здесь зависит все от того, кому... У кого голова, наверное, крепче, да? Кто первый на ноги стоит. Да, произошло ДТП, столкнулись клювами бойцы, и это очень опасно. Сейчас вроде как Лео Крюгер пораньше оклемался, да и потому что он вел этот матч, держал инициативу и сейчас продолжает это делать. Все более изощренное сравнение придумываем мы, но здесь уже на коленях продолжает бой бойцы, рестлеры. Удар за ударом. Неужели Джастин победит в этом локальном противостоянии? Непонятно. Размен идет. Зрители очень любят такие размены, но почему-то публика молчит. Затаила дыхание. Фанаты, студенты очень жаждут ускорения поединка. Понятно, что бой не очень зрелищный, но он со стороны физики, конечно, очень даже любопытен. Какие тяжелые удары, вы посмотрите. Как терпят бойцы. Какая выносливость. Битва титанов, самая настоящая, но тоже кого переборет. Вроде два удара подряд нанес на Лео Крюгер, но вот и пошел в ответку Джастин Гэбриэл. Здорово, здорово. Атакует южноафриканец, который из Кейптауна. И в ответочку спайнбастер. Лео Крюгер, удержание. Раз, два. Гэбриэл вырвался. Вот эта выносливость показывает атлет из Кейптауна. Как же тяжело Джастину Гэбриэлу приходится. Наверное, мы говорили это и в предыдущем их поединке. Но Гэбриэл смог найти пути решения своей задачи. Но когда Лео Крюгер в таком состоянии, его тяжело остановить. Рев настоящего охотника. И что же нам продемонстрирует Лео? Так, похоже, что ничего. Ответ! Бэкбади дроп. Вот сейчас надо собирать последние силы. Потому что даже после этого броска Джастин Гэбриэл хватается за руку и с большим трудом встает на ноги. Вырвался из капкана Джастин Гэбриэл, но надо продолжать пытаться как-то атаковать Лео Крюгера и по успеху. Отличный дропкик. По таймингу все было безупречно. И что-то сейчас будет в углу. А, промах. Не получается атаки в углах. И вот это удар. Суперкик. Блестяще. Раз, два. Нет. Какой бы атлетизм ни демонстрировал Джастин, выносливость иногда бывает больше атлетизма. Поднимается Джастин, собирает всю энергию в кулак и удар ногой. Все-таки он собирал энергию в голень. Сейчас вспомнил, видимо, Джастин Гэбриэл Дэниела Брайана, который недавно тут приезжал к нам в Москву. Вот. Но ноги работают у южноафриканца тоже хорошо. Это надо признать. Хорошо еще, что не по голове Лео Крюгеру достается. Так бы он, наверное, уже лежал в нокауте. С ударом у него крылья на ногах. И сейчас удар с разворота. Раз, два, нет. Снова Лео вырвался. А вот сейчас уже хватило. Не хватило совсем немного. Лео Крюгер, откуда сила у этого парня? Не мог он сдвинуться с места, пока его бил Джастин, но сейчас все может поменяться, или что? Бомба в приседе, удержание. Раз, два, нет. Очередной раз нет.
Фантастический бой показывает нам соперники. Не столь скоростной, но столь захватывающий. Лео Крюгер пытается убежать с ринга, но нет. Поймал за хвост, как говорится, Джастин Гэррелл соперника. И что? Ну, пока ничего, продолжает атаку Джастин и Стиво провел. И здесь его удержание все очень грамотно. Он лезет, чтобы провести коронный прием. 450 сплэш. Нет, укатился Лео Крюгер, спасся от Джастина Гэбриэла, но тот не останавливается. В порыве сейчас будет атаковать, пытаться. Инстинкт самосохранения сработал у Лео Крюгера. И к чему это приведет, интересно, опять за волосы. Ой, и удар по глазам. Как же так, рефери ничего не видел. Опасная атака на руку, и вот это да, шлагбаум сверху. Это может все решить. Сейчас для Джастина Гэбриэла мы знаем, какие умеет волевые применять Лео Крюгер. И левая рука, которая сегодня настрадалась, может и не выдержать. Ползет Джастин Гэбриэл к канатам, но пока не получается у него. В принципе, близко он делает шаги. Он ползет к желтым канатам NXT. Есть. Отчитывает судья. Если досчитать до пяти, будет дисквалификация. Но Лео Крюгер вовремя отпустил руку Джастина Гэбриэла. Все в порядке. Можно продолжать. Ведь он тут же может выйти и на другой захват. Сейчас Джастину надо контратаковать срочно. Посмотрите, снова на руку. Ой-ой-ой. Грандиозная атака, воистину. У нас тут есть мастер по ногам Кори Грейвс, а теперь и мастер по рукам Лео Крюгер. Снова болевой. То же самое, теперь еще тяжелее. Джастин, он дальше от канатов, и он сдается. Победитель матча Лео Крюгер. В этот раз Йоханнесбург взял верх над Кейптауном, и Лео Крюгер – триумфатор этого события. 1-1 в этом противостоянии. Мы ждем Тайсона Кида, мы ждем Кэша и других рестлеров NXT. Начало сегодня было впечатляющее. Надеюсь, всем понравился наш матч открытия. Закономерная победа Лео Крюгера. Почти весь матч он доминировал над своим южноафриканским сородичем и одержал победу. Я бы его поздравил даже, если бы не тот удар по глазам. Это было уже слишком, это хуже, чем таскание за волосы. Но это и есть инстинкт самосохранения. Если бы он этого не сделал, мог бы получить травму или проиграть матч. Раз судья не видел, значит ничего не было. Пусть будет так, Лео Крюгер сегодня победил, а мы ждем продолжения. Один бой мы уже знаем, это мейн-эвент. Люк Харпер против Эдриана Невилла. Да, против Эдриана Невилла. Оливер Грей отдыхает, а мстить придется за него, командному партнеру. Как иначе.